А поскольку здесь система двойного утешения, то есть если спортсмены проиграли четверки, отобравшихся в финал, они могут между собой потом уже в утешительных встречах оспаривать право быть медалистами в своих весовых категориях и бороться, утешаться в малом финале. Бросок через спину делает спортсменка Кунеева. Ну, две представительницы сборной России сейчас на татами. Поэтому определить, за кого мы болеем, я не могу ничего сказать. Болеем за красивую борьбу. Кунеева борется с Бурличенко. И вот оценка Юка, Вазари и хорошее удержание, которое дает еще одно Вазари. Два Вазари суммируются. Вазари, Вазари, Ассет и Пон. И прямо на первых секундах поединка Кунеева одержит победу за 30 секунд. Ну, вышла, вы видели, бросила, практически 10 секунд на это потратила и зафиксировала удержание. 15 секунд продержала, поскольку для того, чтобы получить, заработать самку Вазари, нужно именно 15 секунд.